Добрый день, сегодня анбоксинг. Это пирамидка от компании YJ под названием Ruilong. Во всех магазинах продается как Ruilong, но на самой коробочке написано Жинзита. Хотя, возможно, по-китайски это пирамидка. Кто знаком с такими словами, ну, напишите в комментариях, так ли это. Жинзита, куб, нарисована трешка, но внутри пирамидка. Я специально проверил по разным магазинам, и везде коробочка такая. Были подозрения, что, возможно, коробка от какой-то другой головоломки, хотя нет. Тут также пирамидка изображена. Ну, это Ruilong. Логотипов никаких нет, магнитов тоже, бюджетная пирамидка на подшипниках. Эту пирамидку я, опять же, покупать бы сам не стал, но это приз с чемпионата в Саратове. Компания YJ молодцы, что спонсирует чемпионаты, и за каждое призовое место там есть подарки. Сравним с бюджетными моделями от Юксина, Little Magic, и от Мафанга, Кимин, кажется, она называется. Кстати, вот по вращению для бюджетной пирамидки очень даже неплохо. Мне досталось таких пирамидок две. Одну я отдал сыну. Он на чемпионате в Пензе собирается участвовать в дисциплине пирамидка. Ну, скорее всего, это видео выйдет уже после пензенского чемпионата. Сравним. Вот Юксин, Little Magic, как по мне, ну, возможно, они не притертые, вот туговатые уголки и, ну, какой-то, как по мне, не очень комфортное кручение. Ну, и возможно, что я просто привык к X-Men'у, наверное, или Хуалонгу. И, как по мне, Кимин лучше Юксина, если из бюджетных сравнивать. Если смотреть на Ruilong, опять же, мое субъективное непрофессиональное мнение, пирамидка громче, и по вращению она, наверное, получше, чем Юксина Little Magic, но либо на уровне, либо чуть слабее, чем мафанговская пирамидка. Мафанг здесь пластик матовый, а здесь цвета более-менее стандартные. Давайте ее соберем. Единственное, что сразу вот слышно, она очень громкая. Хотя, ну, это не самый большой минус, но он есть. А так, на удивление, вполне неплохая бюджетная пирамидка, и для новичков вполне подойдет. Сын сейчас активно тренируется. А уже собирает секунд за 50 пирамидку. Но ему 5 лет, как многие помнят. И вот он собирает как раз вот тремя пирамидками. Такой, такой. И вот своим экземпляром Ruilonga. Для новичков, наверное, да. То есть вот эти три пирамидки, они для новичков очень даже подойдут. Я не помню, кто дешевле, Little Magic или Ruilong. Но для своей цены они все хороши, но Ruilong, как по мне, чуть получше. Решать, конечно, вам, но меня эта пирамидка не огорчила своим вращением. Ну, я пирамидку собираю не очень быстро, поэтому мое мнение, возможно, не будет объективным. Неплохая пирамидка за свои деньги. Ну, а тем более, она у меня бесплатная. Так вообще, красота. А на этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.